Сейчас имеет смысл и даже вполне научно-академически говорить, что есть Россия. Россия — это прекрасная страна с возможностями, с конституцией, с замечательными людьми, поэты, художники, люди с достоинством, да, которые отстаивают конституцию, честь и достоинство свое. Есть Рашка, убогая, ущербная, злая, очень агрессивная, которая ничего не производит и не может произвести, потому что если нет, есть уважение к правам человека, да, то ничего не производится. Только талант может что-либо произвести. А если талант не уважать, его либо убьют, либо ему не дадут работать, просто он сопьется, да, либо просто он сбежит, уедет на Запад, на плохой Запад, где ему дадут работать. Видите ли, вот две ситуации. И я считаю, что да, действительно, надо одних называть Россией, других Рашкой, и одно состояние России, другое Рашкой. Это будет вполне академично, научно, да, конечно.